В Мурманске на маршрут вышли троллейбус и автобус с символикой ГИБДД. Автоинспекции России в этом году исполняется 80 лет. Ранее общественный транспорт с символикой ГАИ ходил по дорогам областного центра в год празднования 75-летия ГИБДД. Но сейчас есть и еще один важный повод. Мурманская область по итогам прошлого года заняла первое место во всероссийском конкурсе «Безопасность на дорогах». Немаловажный вклад в достижение таких высоких результатов внесли и сотрудники дорожной полиции Мурманской области. В этом году, 3 июля, исполняется 80 лет Госинспекции России. Мы вместе с горэлектротранспортом и одной из рекламных компаний города обклеили так вот симпатичные эти автобусы, троллейбус, которые уже сегодня выйдут на улицы города. Я думаю, будет привлекать внимание и будет, ну, наверное, все-таки дисциплинировать, и люди будут помнить о правилах дорожного движения. Лишний раз об этом им напоминаю.